Сегодня на Бирюсе стартует вторая смена, посвящена она обществу, истории и памяти 70-летия победы в Великой Отечественной войне. На новый сезон зарегистрировались более 1000 участников, всего набралось 16 дружин, в основном это молодые социальные работники, представители общественных организаций, а также представители соседних государств. Всю неделю они будут обсуждать меры взаимодействия России со странами СНГ. Всего за это лето на территории инициативной молодежи побывают более 3000 жителей Красноярского края. Десятки проектов, которые будут обсуждать на Бирюсе, по итогу воплотят в жизнь. Тема очень глобальная, очень интересная и насущная в данное время. Будет очень много представителей различных международных направлений. То есть у нас будет присутствовать на смене международная дружина, в которой будут представлены разные страны. Поэтому как бы будем обсуждать взаимодействие нашей страны с другими участниками Евразийского союза.